Тренировки в спортзале по различным причинам подходят далеко не всем. У кого не хватает времени или сил, у кого-то средств. Так или иначе, но от спортивных нагрузок отказываться нельзя. Упражнений, каждое из которых рассчитано на конкретную проблемную зону, всего 5. Если временем не располагаешь, выполняй их в один подход в произвольной последовательности. Если же хочешь добиться более быстрых и выраженных результатов, закончив выполнять все упражнения и передохнув 2 минуты, начни тренировку снова. Приседания. Время 60 секунд. Поставь ноги на ширину плеч, можно чуть шире. Отведи таз назад, втяни живот и начни приседать, будто хочешь сесть на стул. Приседай как можно ниже, стараясь держать спину прямой. Вернись в исходное положение. Отжимания. Время 30 секунд. Прими положение А. Ладони должны быть расположены на ширине плеч. Колени и ступни на одной линии. Прижав локти к телу, медленно опускайся вниз. Упражнение отлично прорабатывает грудные мышцы и трицепс, а также тренирует пресс. Бег в упоре лежа. Время 30 секунд. Это упражнение поможет проработать все мышцы и сжечь лишний жир. Напряги пресс. Правую ногу согни в колени и подтяни груди. Бедра и спина неподвижны. Вернись в исходное положение. Повтори с левой ноги. Выпады. Время 60 секунд. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Руки на бедрах. Начиная с левой ноги, сделай большой шаг вперед. При этом угол сгиба в колене должен быть 90 градусов. Коленом правой ноги почти коснись пола. Толчком вернись в исходное положение. Повтори упражнение с правой ногой. Посмотри внимательно на фото. Спина у модели максимально прямая. Прыжки. Время 60 секунд. Исходное положение. Стопы вместе, ноги прямые, руки опущены вдоль тела. Подпрыгни, одновременно расставляя ноги в стороны и поднимая руки над головой. Опять-таки прыжком вернись в исходное положение. К слову, это упражнение входит в курс военной подготовки в США, ведь оно значительно повышает физическую выносливость. Такая тренировка очень эффективна, благодаря высокому темпу в кратчайшие сроки сжигается огромное количество калорий. Комбинируй упражнения по своему усмотрению и становись стройнее. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.